Друзья мои, сегодня пришла печальная весть от нашего товарища и соратника Руслана Макарова. Ушел из жизни Владимир Арсеньевич Рубанов. Ну, мы с Владимиром Арсеньевичем долгое время сотрудничали, я имею в виду и Клуб товарищей военных и иностранных языков, и Школу здравого смысла, и наше неполитическое сообщество, постольку, поскольку Владимир Арсеньевич он как бы создал такой список, перечень основных э, смысловых э, понятий. И все время у нас мы даже предлагали, чтобы именно разработки Владимира Арсеньевича Рубанова легли в основу нашей экспозиции на ну, знаменитой уже 2010 -го года выставке в Шанхае, которая в конечном итоге стала таким предвозвестником, что ли, китайского могущества. Выставка была на самом деле эпохальная. Но как-то тогда еще пролиберальное правительство Российской Федерации, несмотря на наши контакты с ними, несмотря на то, что у нас там была поддержка от определенных лиц, мы свою идею туда принести не смогли. В конечном итоге там осторожствовала идея значит, незнайки и цветочного города. Для китайцев надо понять, чтобы вы понимали, в чем главный провал всего этого было в том, что поскольку, поскольку, в китайском языке там нет ни приставок, значит, ни софиксов, все пишется иероглифами, то термин «незнайка», они его же не могут там, добавить к знанию, не. Они просто пишут иероглиф «дебил». И вот было удивительно, конечно, что главным символом, для китайцев в всяком случае, что главным символом российской экспозиции тогда стал образ такого э, дебила. Хотя, еще раз говорю, мы тогда с Владимиром Арсентьевичем очень плотно работали над тем, чтобы наполнить нашу экспозицию реальными смыслами. А Владимир Ситевич уникальный человек, на самом деле. Человек, который был последним начальником аналитического управления КГБ СССР. Правда, генерала, видимо, за свои знания так и не получил. Он был секретарем, заместителем секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. С 1993 по 1996 год был заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны КГБ СССР, помощником министра внутренних дел, вот занимал достаточно высокие посты, имеет чин гражданского генерала. Насколько я так понимаю, я в этом не очень хорошо разбираюсь. Вот, награжден многими э, там, э, медалями Но дело даже все не в этом Дело в том, что из жизни шел человек Истинный патриот своей страны Человек, который и, э, как говорится, и родину любил Самое главное знал, что он делает Великий мыслитель, философ И человек, уход которого, на самом деле Ну, во всяком случае, наше сообщество переживает очень-очень тяжело. Поэтому мы выражаем школу здравого смысла, а, значит, институт политики, музей конструирования будущего. Вот все наше сообщество, которое объединяет людей, стремящихся к наполнению смыслами нашего существования. В общем, все мы приносим огромные такие искренние соболезнования семье Владимира Арсеньевича, его близким, друзьям. Ну, говорят, у нас царство небесное. И вечная память.